Константин, кокс левша, это ради этого пришлось как-то менять? Мне в левшу пришлось вставать. Конечно, обязательно, потому что нужно делать определенные те навыки, которые левша против левши. Обязательно. Лебедев Денис выполнил все, что вы от него требовали в полном объеме? Ну, выполнит, когда, знаете, вот когда закончится бой, вы зададите вопрос, он выполнен, не выполнен, я тогда могу сказать. Потому что сейчас все решится, когда во время боя. Потому что не забывайте, много нюансов, такие как волнение, что-то забыл, все может быть. Как с той, так и с другой стороны. Поэтому решается бой, как итог этого боя, все посмотрим. Вы знаете, Денис вот в нашем интервью нам он отвечал на вопрос, упомянул о том, что сегодня такая спокойная, доброжелательная обстановка, но говорят, что нет более опасного бойца, чем тот, в глазах которого нет ни малейшего желания подраться. Вот вы к сегодняшнему спокойствию как относитесь? А кто вам сказал, что спокойно? То есть вы чувствуете нерв? Конечно. Все есть, и нервы есть, и напряжение есть. Просто через камеру это не чувствуется. И даже интонация в голосе, это не обязательно. Есть нюансы, которые говорят мне, что кокс волнуется. Обязательно. Еще времени полно, еще два дня. Мы ему еще поможем, чтобы он больше волновался.